Друзья, всем привет, на связи Евгений Ванин. В этом видео хочу напомнить то, что сегодня в 18:00 стартует основной маркетинг проекта «Не работа». И сегодня будет распределение непосредственно уже по бинарно-матричному маркетингу. Но за эти 5 дней, вот после предстарта, я сейчас покажу то, что мне удалось заработать. Соответственно, покажу ту воронку, которую я приготовил для своих партнеров. И также, что хочу сказать, мы еще напомнить, да, то, что в данном сервисе будет не просто покупка матриц, то есть мы создаем еще достаточно ценный продукт, который будут получать люди при активации. Это сервисы компании Freedom Technology будут сюда добавлены, то есть мы делаем коллаборацию с этой компанией, и будет также очень много разного обучения по трафику и так далее. Ну и я тоже для вас подготовил специальную воронку, которую постараюсь до обеда уже выложить. Она уже вся готова, то есть вот они, страницы, есть лендинг, благодарю, есть уроки, соответственно, как что сделать. В эту воронку также будет встроено несколько источников дохода дополнительных, то есть там партнерка на Payeer кошелек тот же самый и так далее, да, то есть здесь будет все расписано, все показано, то есть ваши партнеры прям пошагово, когда будут проходить все эти видеоуроки, они, соответственно, будут понимать, что им нужно делать по шагам. Также вот она уже готова, вся инструкция по формам подписки там и так далее, да, то есть как настроить воронку, все уже готово по сути. И давайте мы, наверное, перейдем обратно к аккаунту. Я хочу сказать немножко о том, кто сегодня потеряет деньги и переливы, да, то есть кто потеряет сегодня партнеров, потому что есть люди, которые зарегистрировались еще 10 числа. Давайте вот просто перейдем в неактивные, да, дата регистрации, и мы видим, что есть очень много людей, которые зарегистрировались еще 10 числа, но не активировали свои аккаунты. После вас, друзья, зарегистрировалось очень много активных людей, да, и соответственно вы просто сегодня будете терять и партнеров, и начисления. Даже не пригласив ни одного партнера, вы можете получать здесь прибыль от работы, опять же, вышестоящих партнеров, от моей личной работы, от работы моей команды там и так далее. Да? То есть, смотрите, очень большое количество людей. Также очень большое количество людей, которые активные, да? Но есть такие люди, которые, например, стоят от меня, ну, там, на четвертой линии, да, а активировали всего один уровень партнерский. Вот, кто-то следует моим советам, активирует по максимуму, сколько он может. Вот. Но, друзья, сегодня старт. Я хочу, чтобы вы понимали, что то есть этот момент нельзя упускать. Потому что если вы пропустите этот момент, дальше вам будет сложнее и деньги зарабатывать, и, соответственно, ну, продвигаться. Потому что если сегодня как бы будет очень много активаций, не если они будут много активаций, да, то у вас есть большой шанс, опять же, да, получить и переливы, и деньги вернуть свои, и так далее. Но когда вы, например, там активировали один уровень, но не зашли хотя бы золотым треугольником на него, вы просто будете терять деньги со второго уровня, с третьего, потому что есть партнеры, например, вот кто-то купил один уровень, да, а кто-то купил сразу три после регистрации этого партнера. Соответственно, у него больше шансов, то, что те, кто был перед ним, попадут уже под него непосредственно. Вот как бы такая система. В общем-то, можно листать очень долго. Моя рекомендация, друзья, сегодня заходите по максимуму, насколько у вас есть возможность. Да, опять же, не надо брать какие-то кредитные заемные средства, потому что вы должны понимать, что это бизнес, и здесь все зависит не только от меня и моей команды, многое зависит от вас. То есть, если вы не будете пассивным участником и сидеть ждать, пока за вас сделают работу, то вы можете зарабатывать, ну, достаточно большие деньги. Поэтому сейчас нужно, как говорится, постараться, потрудиться, да, то есть поработать и потом пожинать плоды вашего труда. Еще раз давайте зайдем на главную страницу. Вы можете видеть, что я заработал 73 800 рублей. Это только 25% партнерских отчислений, которые я получил. И такие партнерские я буду получать постоянно, как только мой партнер активирует своего клона, либо переходит на следующий стол и так далее. Да, сегодня таких партнеров будет очень много. И от нас
как от команды, то есть от меня лично, да, от моих вышестоящих, от моих нижестоящих партнеров, неважно, да, то есть будут приходить клоны на нижние уровни, то есть нижние уровни, то есть те люди, которые зарегистрировались сегодня и уже оплатили до предстарта, вы, соответственно, также будете получать этих клонов под себя, да, то есть под вашу линию. Опять же хочу сказать, да, то есть клонов на всех не хватит в любом случае, да, то есть вы должны прекрасно понимать, что деньги, опять же, не берутся из воздуха. Для того, чтобы они появлялись, вам нужно рассказывать о проекте, вам нужно рассказывать по перспективе данного проекта. Ну и, соответственно, даже если человек заходит на 500 рублей, он в любом случае получает от нас полноценные инструкции, полноценное обучение маркетингу, а это стоит намного дороже, чем вообще какой-либо тариф, потому что если вы изучите маркетинг, если вы изучите то, о чем я рассказываю, как собирать подписчиков, как заказывать рекламу, где ее заказывать и так далее, да, то вы сможете зарабатывать десятки, а то и сотни тысяч рублей каждый месяц просто нажатием одной кнопки, как это, в принципе, делаю обычно я. То есть я записываю видео, делаю какую-то небольшую воронку и, соответственно, у меня есть уже подписная база, поэтому у меня такие чеки. Вот, я желаю, чтобы у каждого из вас были точно такие же чеки. Но для этого нужно всегда понимать, что вы делаете, для чего вы это делаете. И опять же, когда идет какой-то старт, я рекомендую заходить по максимуму, насколько это только возможно. У меня, еще раз повторюсь, прокуплена первая площадка 3 раза, то есть треугольником. Соответственно, все 3 моих аккаунта будут передвигаться во второй стол. На втором столе у меня также треугольник, и этот стол также будет, 3 аккаунта двигаться уже на третий стол. Здесь тоже у меня треугольником все выкуплено, да, то есть вот эти 3 аккаунта, они на 4-й стол перейдут. И также, ну, на 4-м столе у меня только 1 аккаунт, и на 5-м тоже 1, потому что больше купить нельзя. Была бы возможность, я, соответственно, бы и здесь бы тоже зашел треугольниками, чтобы не терять те деньги, которые я могу заработать. То есть я сейчас сам вложил сюда денег больше 20 тысяч рублей, да, для того, чтобы в дальнейшем их, соответственно, себе заработать, вернуть, то есть не пропустить вот этот вот основной момент запуска. Потому что вот сюда, на 5-й уровень, пойдет практически сейчас, ну, все люди в любом случае с первой матрицы, ну, не все, да, то есть в любом случае очень большое количество людей первая матрица дойдет до 5-й рано или поздно. И чем раньше вы здесь окажетесь, тем, соответственно, лучше. Ну, мне кажется, лучший момент, да, это как раз вот именно на старте оказаться на 5-м уровне. Вы, конечно, решаете сами. Я свой выбор сделал. Мои партнеры тоже сделали выбор. В общем, на этом, друзья, все. Ссылочка будет находиться на регистрацию в данном проекте прямо под этим видео, если вы смотрите его на YouTube. Что вам нужно будет сделать? Зайти в финансы, вам нужно будет пополнить аккаунт на ту сумму, на которую вы будете заходить. Там, допустим, если это будет только первая площадка, да, то 500 рублей. Если вы хотите золотым треугольником, то 1500 рублей. Ну и так далее. То есть сами посчитайте, сколько вы хотите столов прокупить. И, соответственно, принимайте правильное, взвешенное решение. В любом случае, это бизнес, а в бизнесе всегда есть какие-то определенные риски. Но, как говорится, кто не работает, тот не ест. А вам выбирать уже, стоит ли здесь работать или стоит оставить все как есть в своей жизни. Рекомендую тем, кто еще не активировал свои площадки, активировать их сегодня до 18:00. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Просто после 18:00, как говорится, вы можете потерять очень многое, да, то есть пропустить мимо себя деньги. Не пропускайте этот момент, друзья. На этом все, с вами на связи был Евгений Ванин, ждите от меня воронку, скоро она появится в кабинете, и я вам об этом тоже сообщу. Всем пока-пока. Друзья, всем привет, меня зовут Андрей, сегодня я постараюсь ответить на распространенный вопрос, в чем преимущество заходить золотым треугольником на первые 3 уровня в матрице неработа.com. С этой целью для вас я подготовил специальный слайд. Но для начала давайте расскажу вам о том, как этот золотой треугольник здесь купить. Открываете раздел площадки и 1, 2, 3 уровень можете купить 3 раза. Если вы сделали все правильно, то здесь у вас будет значок
3. Это означает, что вы купили уровень и поставили под себя два собственных клона. Вот мой слайд. Первый случай — это когда вы купили одно место в матрице. Второй случай — это когда вы зашли золотым треугольником. Сразу хочу рассказать о преимуществе вхождения в проект золотым треугольником. Вы будете в два раза быстрее продвигаться по матрице, и вы будете получать в два раза больше выплат. Но для начала давайте рассмотрим, как работает обычная матрица, где у вас нету под собой клонов. Вот вы проплатили свое место в матрице, допустим, за 500 рублей и начинаете приглашать рефералов, либо вы начинаете получать переливы. Первого вы пригласили реферала, второго, с третьего реферала вы получаете выплату на 350 рублей. С четвертого реферала вы также получаете выплату, пригласили пятого реферала, с шестого реферала вы получаете активацию второго уровня, то есть второй матрицы. Давайте посмотрим, что будет, если продолжить приглашать рефералов. Итак, мы пригласили еще раз, два, три, четырех рефералов. С четвертого реферала вы получаете еще одну активацию второго уровня. И точно так же с четвертого реферала вы получаете еще одну активацию второго уровня. Ну а теперь давайте посмотрим, как работает маркетинг, если вы зашли в проект с золотым треугольником. Уже с первого активного реферала вы получаете выплату на 350 рублей. Со второго активного реферала вы получаете выплату еще на 50 рублей. Далее вы приглашаете еще двух активных рефералов, и с четвертого получаете активацию второго уровня. Самое интересное начинается сейчас. Сейчас будут отличия. С пятого реферала вы получаете выплату на 350 рублей, вот для этого клона. С шестого реферала вы получаете еще одну выплату для этого клона. Дальше с восьмого реферала вы получаете активацию второго уровня, и эта активация будет также вашим клоном во втором уровне. Точно так же вот для этого клона. С реферала вы получаете выплату на 350 рублей, плюс 50 рублей, плюс вы получаете еще одну активацию второго уровня, и это также у вас будет клон становиться под вас. Таким образом, вы получаете во второй матрице точно такую же схему золотого треугольника, и в матрице второго уровня вы также будете получать в два раза больше выплат, и в два раза быстрее вы будете продвигаться. Таким образом, абсолютно всем своим партнерам я рекомендую заходить на первые три стола золотым треугольником. В матрице основная ваша задача — это приглашать партнеров, а как вы можете увидеть, при одном и том же количестве приглашенных рефералов выплаты здесь совершенно разные. Ну что же, друзья, надеюсь, что мой видеоролик вам помог разобраться, в чем преимущество золотого треугольника. Здесь в два раза все интереснее. Благодарю за ваше внимание.